Сейчас на часах 15:15. Я записываю свое видео. Доброго времени суток. С вами Людмила. Сегодня 4 июня 2019 года. 36-й день малоедения. Я поела вчера в 11. С 11 до 12 ела, обедала. И до 6 утра, когда я чай начала пить, прошло 18 часов без еды. Я не ела, но пила водичку. Жарко у нас. Вот. И я выпиваю по 2 капельки раствора Люголя. Йод ввожу в себя немножко в водичке. Когда просыпаюсь, перед чаем выпиваю. Чай я... себе новый состав чая сделала, могу назвать, там 13 травок, 14, если считать, с зеленым чаем. Там находится можжевельник, ромашка, душица, шиповник, шалфей, авокадо. Я его с косточки делала, оно у меня идет как бад. Толокнянка, брусника, хвощ полевой, там кремний находится. Гвоздички чуть-чуть добавила, потом шафрана, но это, по-моему, шафран не настоящий, а такой покупной. И у меня есть еще смесь, где я там делала и березовые почки, и ромашку, и чего я только там не ложила. Вот эту смесь я перемолола. Там очень много травок. И шалфей, и все такое вот смешанное. Я в 5-литровой банке делала. И вся семья у меня пила этот чай в термосе. А потом перестали пить. И я вот эту травку, там где-то у меня 1/3 банки оставалась, перевела в порошок. И вот взяла 1 чайную ложку этого порошка. Шиповника я тоже... по 1 чайной ложке беру на чашку, и ромашки по 1 чайной ложке. А остальных травок где-то по четверти так беру, но немножко совсем. И вот новый состав чая из 13 травок. Потом я свою вчера кокосовую пасту делала. Если кому интересно, 200 грамм семечек тыквы брала, 60 грамм подсолнечка. Это все уже облущенное. 170 грамм иранских фиников, залила 1 кружкой чая с 12 травками, настоянным уже, там тоже куркума, с черным перцем, шиповник, душица, ромашка, короче, там 12 травок, и добавила кокосовую стружку от 1 кокоса. Вот это все перемешала блендером, и такое получилось вкусненькое. Я наелась, я взяла где-то около не больше 2 чайных ложек, и я наелась. А потом я сейчас делаю себе льняную кашку. И прям я уже доедала ее, наелась я. 2 чайные ложки льняной муки заливаю кипяточком и ем. И ухожу на прогулку сытая. Я сегодня сделала 7 кругов. Вчера 8, сегодня 7. Гуляла с 7:20 до 10:30. Чай попила, пришла в 10:30 с 13 травками и вот кокосовую пасту. Зеленый чай пила. Он антиоксидантными свойствами обладает. И еще с травками это как очистительные, добавляющие микроэлементы, витамины. Для меня я на данном этапе понимаю так. Нутрицептика. А обед я пообедала в 11:30, ждала, когда чай переварится с кокосовой пастой. А кокосовая паста, как я вам говорила, с семенами тыквы, это противогельминтная, подсолнечника для сердца хорошо, финики, они противораковые. Вообще хороший состав. Я тоже где-то около 2 чайных ложек съела.
тоже наелась, поэтому ждала целый час, пока у меня все это усвоится. А на обед я ела один банан, я его так красиво порезала и посыпала корицей. Корица, она тоже антисептик, антимикробная, противогельминтная. У меня оставался последний кружок авокадо небольшой, я съела. Потом у меня оставалась еще окрошка хе, как я ее называю, с киви. Киви у меня как консервант, или как... Он кислый очень был. И я туда накрошила редьки, кабачка, огурца и морковки. Чуть-чуть морковки, вообще мало. И вот эту вот смесь залила кипяченой водичкой холодной. И вот киви это все промариновал. И получилась окрошка хе. Вот такое вот. 36-й день. Ну, в 3 часа я чувствовала какое-то беспокойство. И хотела что-то попить. Ну и попила чай, добавив какао, где-то чайную ложку в этот травяной чай из 13 травок. И заглотила, так как на кухне пила, боюсь даже на кухню заходить, 3 печеньки шоколадных. Мы поговорили с внучкой о ее колледже. И я вот под вот эту песню, под этот разговор. И вот теперь у меня желудок болит. Ну, сейчас уже вроде как прошел, а то болел. Короче, я гуляла, 7 кругов сделала, купила билеты в Саратов, много дел сегодня сделала. Купила себе такой на колесиках чемоданчик или саквояжик, как его назвать. Очень мне понравился, коричневый такой, в клеточку, темно среднекоричневый. Этому я тоже очень довольна. Короче, всем довольна. И днем, и чаем с печеньками, и я изучаю сейчас материалы по малоедению и вообще по химии, биохимии, вот пищи, как она усваивается. По-моему, у меня будут скоро новые знания. Я развиваюсь, желаю вам развиваться через свой организм, через свой опыт, через себя, через свое самопознание. Ну, можете слушать, кто что говорит, но все равно чувствуете себя, как вы себя чувствуете. И учитесь. Учитесь, учитесь и учитесь. Итого, я вам желаю всего самого хорошего. До встречи в новых видео. Встретимся завтра. 37-й день малоедения. Все будет хорошо.